Вамени мэр кувализали вади капулор пижос, ши астас зильник вама фронтьерли пижос трек сути дивамень, а чеш сути дивамень воспун фрумошелор дела гувернари, требуялся фи организати дуар при набиване. Май пуцин политишт ди фронтьери контактау ку ей, май пуцин вамеш, ну виня вот эти руди слентылняска, ну, кота уну такси, а доля автобус, а треля коруца, а патрия бичклета, чинчеля континус семярга пижос. А честь чинс призече рути, каря фост организати пентру урматуарли ду саптамынь, кать урут пидзе. На челяш дестинаций требу сай лок зильник. Дака вафи лукрур у организат дуара на аэропорт. Ну, май мярга ними пижос. Каку май мульти персуани все контактязы педрум, дико двинел тоцы на аэропорт. Вой майтаре, пунис империкул, четатени динцары, коряу фрикаш, ну сэндя корт, чинява дин диаспор сантуар сякасы, дико хаосу, коря экзисты, швикари вини кумшти, астай прима. А доля, домнуля кику, дим пункт дивидери экономик, ва информез, инкодатус перс маудзес. Фейкари персуана, касажунга лава маскулень, прецу ла билет касажунга ин Яш, Клуш, Букурешть. Андату ин экземплу Кларка, но персуана дин Клуш амерску таксиу, панава маскулень, акума кити вазели, акита 350 евро дуар таксиу, 200 евро билети ла авион, сомала чевадика 600 евро, килтит персуана сажунга на Република Молдова. А май келтуит ништи бань, ка сажунга ла аэропорту ин статул ди уня збурат. Акума, фуарт симпл ку калкулатору. А чеш 2000 ди уамень, кари зильник оркум интру ин Република Молдова. Дин статили европени, те, которые возвращаются с Москвы. Ребят, представьте себе, сегодня, когда гастарбайтеры перестали отправлять деньги домой, потому что они там сидят без работы, у них остались последние деньги. Значит, 2000 человек в день мы умножаем на цифру, которая обходится каждому из вас средняя, а я видел, чен суть, чен за евро, ша сути, ша сути, 500 евро. Значит, скажите, лучше оставить эти деньги таксистам за рубежом, авиаперевозчикам за рубежом, либо лучше 500 евро, чтобы каждый из этих людей потратил в Молдове. И у них бы появились деньги, которые они платят за такси за рубежом, на покупку того же медицинского полюса, которому у меня много вопросов, как и у большинства граждан страны. И вот мы берем, ребят, 2000 человек в день, умножаем на 500 евро, так, секундочку, сбилось, умножаем на 500 евро, получается 1 миллион евро в сутки. Наши люди, большинство из которых, для которых это последние деньги, платят за такси, за самолет, чтобы добраться до Скулян, до Ляушен, до других пунктов пропуска, добраться до молдавской границы. Скажите, пожалуйста, товарищ Кику, если бы эти люди оплачивали эти деньги только молдавскому перевозчику за авиабилет, и разница, которая у них остается, порядка 300-350 евро, у них бы появились деньги на оплату полюса, для того, чтобы купить продукты, маски, лекарства и так далее. Вы понимаете, что мы говорим с вами про то, что даже в сегодняшней ситуации во время пандемии диаспора бы сегодня привозила бы в кэше в страну, помимо тех денег, что у них остались, значит, 30 миллионов евро в месяц. Если у вас горели батарейки на калькуляторе, я вам подарю калькулятор.